Отсюда! Дай бой! О, спасибо! Фу. Ну вот. Спасибо за игру. Здравствуйте. Приятный парень. Очень приятно. Здравствуйте, молодой человек. Константин, ты, конечно, узнал о Ромашине. Еще бы. Только вчера вас по телеку видел. Это все старые записи. Да. Старище! Старище! А вы здесь отдыхаете? Да, немножко отдыхаю. Гастроли. Устал я уже немножко, устал. А вот у вас дядя, все время обижает. Опять меня выиграл. Потому моя страна, что к вам не фокус и фокус. Потому здесь глазомер. Это правильно. Режем карты, другое дело. Карты против вас, я вас. Вот Костик, да. Костик играет. Так это мальчик против вас. А играет. Костик играет. Вообще-то я очень неплохо играю. Молодой человек, если серьезно играть, то неплохо никуда не годится. Я хорошо играю. Ну я хорошо. Я обошел все. Фу, не растери. И еще раз. Фу. Откуда вы знаете? Я не знаю. Ибо зависит хуже, и пойду до сих пор, пойду до сих пор. Huawei P20 tagad arī krāsla stonī. Laiks ieraudzīt vairāk. Слушайте ее, как свое собственное сердце. Не вздумайте играть на другие шансы.
Значит, для того, чтобы вы будете знать его как. Так все будет четко, Борис Аркадьевич. Готово! Костя, если что, я закругляю на палату. Разрешите? Вы готовы получить его? А рама что ты? Мы всегда готовы. Сейка, 100 рублей. Она? Спортсмен. Что? Пробуешь?
тогда давай. Я очень извиняюсь. Можно немножко посмотреть? Пожалуйста. Арамашотович, вы меня просто извините. Я вас очень прошу, сядьте здесь, не мешайте, сейчас не дам. Арамашотович, иду. Какой у него племянник. Дайте карты сюда. Да, пожалуйста.
что я выиграл. Да вы правы. И учите меня правильно, молодой человек. Что? 9? 9 карт? 9. Ну? Покажите. Я же видел. Я же видел. Вы же видели? Видел? Я все, между прочим, видел. Только скажите мне, а что случилось? Вован! Вован! Вован, ты живой? Чтоб не сперли. Вовчик, Славик, жить будем. Бабушке не рассказывай. Арамашу, погодите, пожалуйста, я же вас лично умоляю. Арамашу, Арамашотович, дорогой вы. Вы поймите, вы не закончили курс. Арама Шотович, куда вы? Даже не покушал. Сегодня на обед окрошка. Тефтели рыбные с макаронами. Костик, ну как вы сработали, а? Вот когда вы взяли лишак, я видел. Но когда вы его сбросили... Когда считать он начал, я подумал, что все. У меня чуть даже приступ не случился. Я же говорил, что все будет четко, товарищ полковник. Черви. К тому же, что мне оставалось делать, когда ваша лягушка сдохла? Все, все. Катим. Катим. 8500. Не так уж и плохо? Нет, его даже неудобно. Он так расстроился. Борис Аркадьевич, да он только в Одессе с левых билетов 4000 получил. Да? Я специально интересовался. А до этого в Харькове. Сейчас в Сочи поедет и еще заработает. Все равно, Костик, такой человек, такой человек. Хотя он так легкомысленно говорил за Одессу. Вот. Так, может, я зря за него переживаю? Ну, так ему еще два раза сделаю и по подбородку. Ну, чтоб как герой. Смешно ему. Володя, тебе больно? Ну, или так, вот такое. Это всегда делаем. Вы что-то пропустили с Борисом Аркадьевичем? Нет. Да ладно. Может, вы приделаете руль, то мы уже поедем? Слышу, только пустыня, а это писарю по голове прилетело. Ну, вот я вижу другой из дырки, я думаю, все, приплыли. Репарат у себя рвот, толпирается, главное. Вов, как голова. Стас, корабль прикалывает. Да я серьезно, может, там скорую нужно? Да отвали, нормально все. Вов, ну... Не, ну ты смотри, да, из этих придурков Леша под пилу. Да не волнуйся, на Лешу заработаем. Аппаратурой на базу. Ага. Борис Аркадьевич, может, лучше пешком? Быстрее будет. Костик, а вы не боитесь, что они опять кинутся убивать кружку?
Кать, ну вот, передумала. Что мне рада видеть? Наоборот. Катюш, вот это радость. Борис. Я предлагаю начать. Прямо сейчас. Немедленно. Начать, Борис Аркадьевич. Как шо, Катюшка? Все! Тем более мы столько понакупили. О, видала? Пробитый! Сима, не ты сейчас попыши! Там хочется на руку! Ну и шо? Паечка, что вы ее запрягаете? Человек полвеки в гости приехал. Вы ее со своими синенькими. Так вы не волнуйтесь. Да давайте уже начинать. Катенька, там уже кошмар. А технику вы сюда скинули, может, зря? Толкнет налево. Я его толкнул. А тут бутылка. Маечка. А мы вот тут открыли. Что за праздник, а драки не? Здрасте все. Здравствуйте, Борис Аркадьевич. А я вижу, ваша красотка бежит. Думаю, дай подкину. Что ты здесь делаешь? Отвечает. Такое событие, Маечка. А санаторий? Костя. Я Костику сразу говорил, что не надо. Как он пристал. Они мне ванны прописали. Что у меня самого дома в ванной? Дядя Лен, давайте, может, вы в Черноморцев везете сейчас. Ага, легко. Только кто же у вас двинется на гулян? Да, Борис Аркадьевич. Никто никуда не поедет. Ночь на дворе. Вот верит. Давайте ответим. Что отверим, что ты санаторий сбежал? Слушай, я здоров, Майк. Какое событие? Даденька приехал. Мама Костика. Слушай, а можно вопрос один? Смотри, какой. Ну, по поводу твоего отца. Мне дед про него рассказывал. Говорил, он
такой добрый был, веселый. Что с ним тогда случилось? Кража случилась. Или ограбление, налет, я не знаю, как правильно. Короче, в особо крупных размерах. Отец тогда... Папа. Говорят, он милиционера застрелил. Его арестовали, а он сбежал. Ну, если бы не сбежал, его постреляли. Товарищи, диско! Тетя Раечка, ну что вы сидите? Вадим, ну пожалуйста, один танец, мама. Сейчас птичка вылетит. О! Дед, давай быстрее. Мне не нужно быстрее. Мне надо, чтобы красиво. Свень? Свень? Кира, туда смотри. Дэйн. Я часто вспоминаю наш двор. Как же давно это было. Мне страшно признаваться в этом, Катя, тебе и себе. Я привык к мысли о том, что мы никогда не увидимся. Прости меня за это. Тяжелее всего, что я ничего о вас не знаю. Только надеюсь. Надеюсь, что все у вас хорошо. Что у Кости все хорошо. И не случится ничего, что перечеркнет его жизнь, как перечеркнуло мою. Люблю вас, милые мои. Целую крепко. Ваш любящий муж и отец. Приехала, чтобы тебя отговорить. Никуда мы не поедем. Почему? Потому что я не верю, что у нас что-то получится. Ведь нас вообще выпустят. У отца может получиться. Мама, да как у него получится? Он же там. Ну, он там, а мы здесь. Я не могу рисковать твоим будущим. Вот и отец. То же самое пишет. Нет, мам, я не согласен. Viss sākās ar sapni. Grauzdēt. Malt. Radīt. Rūpīgi atlasīt un atklāt arabika pupiņu maigumu. Tas ir Jakobs Selection. Здравствуйте, Костик. Здравствуйте. Здравствуйте, Семен Михайлович. Мам, познакомься с Семен Михайловичем. Радикович. Исключить. Рад исключить. Че это? Ты технику слил? Когда? Вчера после этих нервов. Она работает мастер. Это ж приятно смотреть. А? Здорово. Один, два, три. И шо? Совсем не похоже. Тряпу положите на место. Только Леня все попортил.
стоит, как булка. Чего? Годится? Да. Ну все. Чита, а паспорта? Через 2 недели буду готов. Все, я погнал. Борис Аркадьевич, у меня к вам просьба. Вот, посмотрите. И? Что тут интересного? Вы не могли бы на этой фотографии кое-что поменять? И что вы хотите поменять? Нашего дорогого Леонида Ильича? На кого другого? А мне так давно пора. Верьте. Не поверьте, как происходит. Нет, Леонид Ильич меня как раз-таки устраивает. А как насчет второго? Второго? Второго можно. Мое почтение, Борис Аркадьевич. Лёнь. Здрасте. Здорово. Ты мне нужен. Прямо сейчас? Да, ну если Борис Аркадьевич не против. Да что у Лёни надо, так надо. Ну что случилось? Пока ничего. Погнали, там посмотрим. Всех благ, Борис Аркадьевич. И вам, и вам. Андрей. Уезжай-ка ты домой, Костя. Куда? В Москву. Не понял, почему. Почему я должен уезжать? Я тоже. Ты не тоже. Мне без нее жить не хочется. Мне без нее вообще не интересно. Понимаешь? А ты? Ты сможешь. Почему ты такой уверен? Если ты мне сейчас скажешь, что тебе без нее край не жить, я отсюда ласточкой сигану вниз. Давай, говори. Только честно. Втюрился, как мальчишка. Причем я же ее помню совсем писюхой. Когда она в одних трусах бегала, в песочнице, пасочки лепила. Это в то время, когда я уже лохов бомбил в полный рост. Тут захожу как-то, она от замши выходит. А вы, кстати, с мамкой уже тогда, да, уехали. Она лет 15, что ли, ей было. В белом переднике, портфельчиком размахивает. А прическа, как у Мирей Матье. И все. Смотрю на нее, у самого сердца остановилось. И понимаю, что я делаю, стыдоба, взрослый дядя. А смотрю, как волк на красную шапочку. Слюни пускаю. Потом сказал себе, все, Леня, вырастет, я наизнанку вывернусь. Но она моей будет. А тут ты такой красивый нарисовался. Я думаю, да ладно, побалуется да пронесет. А не, брат, беда. Кстати, я на этом месте последний раз Жору видел. Что? Говорю, последний раз твоего отца на этом месте видел. Это же я его тогда от ментов отбил. Вот здесь баркас ждал, а там на рейде сухогруз стоял.
Я договорился. Заплатил, много заплатил, чтобы Жору встретили. А он уперся, к вам рвался. Брат, я их к тебе отправлю. Все куплю, документы. Все. Я жизнь положу, они с тобой будут. Клянусь. Здесь тебе край, брат. Тогда Жору просил в живых остаться. Сейчас тебя прошу, Костя, не ломай мне жизнь. Бери билет и уезжай. Поверь мне, в твоей жизни еще будет много интересных встреч. Что это он тогда папе помог? Что? Помог ему сбежать. Договорился вывести его за границу. Если мне дядя Леня отца бы расстреляли, почему тогда отец мне об этом написал? Не знаю. Почему дядя Леня не знает, что папа нам пишет? Пусть не знает. Кто? Леня в первую очередь. Папа. А ты когда возвращаешься? Да я на 2 недели. Я сделал, как вы просили, Костя. Скажу откровенно, получилось не хуже, чем было. А? Вам что, не нравится? Борис Аркадьевич, я уезжаю. Уезжаете? Куда? В Москву. И когда вы... Или прямо сейчас? Сейчас. Мне позвонили, сказали срочно вернуться на работу. А Маечка? Вы ей сказали? Передайте ей, что... В общем, так получилось. Так получилось. Конечно. Могло получиться по-другому. Я даже думал, что получится по-другому. Но раз так... Мне пора. Спасибо вам за все. Забери. Что? Их заберите. Мне не без надобности. А ее отдайте. Кого? Порты от Маечки. Пошел в Альбер взяли. Борис Аркадьевич. Вам уже не нужно. Купите себе в киоске карточку. Какой-нибудь артисткой за 7 копеек.
Туда, где пляж лиманами искрится в ночь туманную и дует теплым ветерком от берега волна. Где время прекращает бег, где будем вместе мы навек, где снова спрячет нас от всех лазури глубина. Опускай. Главнее. Главнее, я сказал. Игорь Валентинович, скажите, как вам ваша съемочная группа? Птички? Группа душевная, а обстановка на площадке замечательная. Актриса профессиональная и, я бы сказал, даже очень милая. Ага. Хорошо, спасибо вам. Тогда я это отредактирую и вам на визирование пришлю. Хорошо? Хорошо, ладно. Ну все, спасибо вам огромное, было очень приятно. До свидания. Ой, девушка, аккуратнее, Митя. Эй, сестричка. Ой, здравствуйте. Что на людей-то кидаешься? Я вас не узнала. Здравствуйте. Привет. Красивая очень. Ну, как там братишка мой, не шалит? Скажите, а он вам, ну, действительно брат? Сама-то как думаешь? Да мне вообще все равно. Ну, подожди. Внимание! Пойдем поговорим. Пошли, пошли. Ты хоть знаешь, чем он занимается-то? Работает в ЦК комсомолом. А что, не космонавтом? Аферюга он. Что? Аферист, что? Лохов на деньги разводит. И кидалово. Шулер. Шулер? Шулер. Шестого разряда. Ты думаешь, он за красивые глазки мне склеил? Ну, за них, конечно, тоже, но там от подумаешь, приятно же. Иметь с девушкой дело и еще дела делать. Мы тут недавно такое провернули. А теперь вот я ему не нужна. И он на тебя переключился. Тетрадочки твои в дело пустил. Какие тетрадочки? Как какие? В газете твоя статья была? Угу. Так вот, после этой статьи ребят страховиков такие бабки срубил. У тебя с ним, кстати, было? Что? Значит, было. Яков лечь волосы. Ребята, мы перекур устроили. Пойдемте скорее. Бегу, бегу. Пойдемте.
Привет, слушай, как хорошо, что ты здесь. Май! Бери. Но я должен был уехать, понимаешь? Ну вот, я здесь, никуда не уехал. Не уехал? А что ж ты не уехал-то? Лежишь, пока я по квартирам буду форточки лазить. Что? Или в автобус мелочь по карману тырить. Что ты несешь? Слушай, ты же даже переспал со мной, что ты еще хочешь? Май, прекрати. А кем ты в ЦК комсомола работаешь, а? Инструктором Покидалова? Или с лохов взносы собираешь? У меня просто материальчик завалялся, может, воспользуешься, а? Откуда ты узнала? Сестричка твоя сказала, двоюродная. Май, подожди. Руки убери. Ну, подожди, выслушай меня. Да пошел ты! Чтобы к деду моему не на шаг. Понял? Май! Май, ты что, сдурел? Держи! Смотри, что убьет, что не убьет. Что, полаялись? Да так, немного. Ага. Ну что, подналовили? Ага. Есть, малёха. О! Чё, как рыбу будем делить? А чё её делить? Кефаль мне, а бычка себе оставишь. Скажи жене, он хай тебе пожарит. Ну, а чё? Сети мои, баркас мой. Справедливо? Как в суде. Так вот тоже. Слушай, красавец на всех пить, а? Сколько отвалил, если не секрет? Да сколько не отвалил, все мое. За такого же ничего не жалко, а? Вот помог бы с побегом. Завтра сам бы на таком бы гассал. Не, на своей как-то подручней. Все ее в городе знают.
Ну что, дербаним? Да загружай, я же и не ем. Спасибо. А, смотри, что там ты там видишь сейчас? Кто? Не знаешь его? Я. Кто это? Сын Волошина. С ЦК. Да ты что? С тебе говорю. Ну, если он сын Волошина, то я как минимум герой соцтруда. А что мы имеем? Начертить тетрадный отрезок СД. Черт. Yes. И прямую АД. Yes. Да. Отметьте на прямую. Подождите, как это не воняет? Вы мне это в глаза говорите, что не воняет? Вы сами нюхали, что мне говорите, что не воняет? Только людей зря дергаете. Ну где воняет? Везде воняет вашим газом. Ну где везде? Везде. Рыбой воняет. Это от вас рыбой воняет. Черт, чем еще воняет? Газом воняет. Подождите. Но вы вот так вот уходите без последствий? Там воняет, а вы будете уходить? Женщина, вы с вами больше воняете. Только людей зря дергаете. Что ты сказал? Так, продолжим. Вы слышали? Ах ты. О, котенок. Что за видок? Ты всю жизнь работать будешь, сволочь. Когда будешь знать, где воняет, где не воняет. Котя, ты же уехал. Приехал уже. А, ты техник, ты говорил, что он уехал. Приехал. Ну ты... Если у тебя все случилось, все вырезал, смотри, как по понтам. Круто! Костя, честно. Можно? Хорошо. Если что-то такое, от чего девочки не спать, тогда нет. Тогда ни в коем случае. Борис Аркадьевич, я только вещей ненужных скопилось. Залез, кладовку чуть не завалило. Решил прибраться. А что это вы оделись, как будто вас за пьянство списали за тренировки поклонника? Да. Маечку видит? Ну и... Она откуда-то узнала про мои дела? Как узнала? И про мои? Костик, а про мои? Да вроде нет. Фу. Мне нельзя такие нервы. Если она за меня узнает, мне тоже на пароход и палубным матросом. Маечка. Дед сказал, раз не уехал, больше в городе не работаешь. Живешь тихо, никаких делов. Надо будет развести кого или еще что, скажем. Услышал? Слышал. Извини, Аркадьевич. Да, я не босяч. Получишь по заднице. Костик, чего-то мне кажется, что вы немного поссорились с Леней. Если бы вы еще знали, из-за кого. Что? Ну, бейки. Не, а что, на машине не судьба была? Или как? Так и что ты теперь? Вообще не уедешь? Тихо. Останешься здесь? Почему? Уеду. Только не в Москву. А куда? Туда. Куда и хотел. Вон, Чити уже паспорта зарядил. То есть ты тогда серьезно говорил? Серьезно. А сейчас еще серьезно. Ну и дурак. Когда? Что ты заладил? Когда да куда? Деньги нужно достать, и кислород перекрыли. Кто перекрыл? Дядя Леня. Причем нагло. Дэл!
Все, короче, смело, караул. Не могу я больше. Дверь будет, сейчас я все соберу. Опять будет. Так спокойнее. А у нас кого? По сколько? На 3 куска за ксиву. Нифига себе, это ж цельный Жигуль. Еще из гаражом в придачу. Так зато паспорта настоящие. Поверь, настоящие. Причем бесплатно. Ты можешь заглохнуть? В принципе, если скинуться, можно потянуть. Писарь, я пустой, не поеду. Да ладно, Костян, придумаем что-нибудь. Ага. А дядя Леня? Что, вообще ничего нельзя? Карты? Ну, он просто за тебя боится. Воротишь дело, спалишься. Не за меня он боится. Что такое? С чего нельзя? Неважно. Отлично, что нельзя. Все это хороший не хочет. Да ладно, если нормально дело делать, никогда не спалишь. Ну, почти что. Шапочку положите на место. Я не за то, что спалишься. Кстати, можешь спалиться. Я за то, что Бог, наверное, не считает полезной работу отбирать чужие деньги. Даже если вы их отбираете. Таких чудаков, которых не жалко совсем. Давайте, становитесь все. Вот там вот, на коврике. Нафига? Запечатлеть вас хочу. Пока вы все вместе. А в этом можно? Можно. А то ведь жизнь какая. Сегодня вы вместе, а завтра кто знает. Чахлый! Будешь женщиной с гитарой, а я твой капитан. Встаем. Давай прикуримся, Костян. Чит, это я так, давай. Ну? Эйн. Свейн. Трейн. Костик, когда я говорил за честную жизнь, то я не шутил. Я сам уже 40 лет не играю. Даже 5. И уже 20 лет не устраивал никаких фокусов. Не скажу, что я сильно жалею, что вы меня... Ну, что я опять начал. Даже было интересно. Да. Но теперь все. Все. Никаких мансов. Особенно, если маечка для вас не пустое место. Борис Аркадьевич. Я и мой друг, мы играли. Еще до войны играли. Были совсем сопливые мальчики, но нас знали солидные люди. Даже выезжали. Николаев, Киев, Уфина. Я играл, а Афанасий был вторым на подхвате. И когда была война, мы тоже играли с румынами. На то, на все, такой народ. С ними можно было ладить, если знать подход. Вы ваша шевера, шо? Ну тебе глаза! Чинко, да, ты мой воин! Ом, шо-шо! А вон в интро, медитика, в мои верди! Шо степика? И еще одну сержанту. Жукем, майде парни. Давайте, парни, играем дальше. Давай. Капитан Лупо был игрок азартный. Майде парни. Давай дальше. Он неплохо играл. Да! Но против нас у него шансов просто не было.
этого еще играли на сахар, на медикаменты. Проигрывали пару раз. Чтоб вам конец не расстраивать. А потом немцы привезли людей. Ночью кто-то убил двух солдат с патруля. Не наши убили. Мы сами не знали, кто. Похватали заложников. Румыны сказали, чтоб выдали тех, кто убил. Иначе расстреляют. Никто не выдал. Под Ржевом. Тогда мы партизанами. Жили в катакомбах. Тут, под городом. Анасий пошел к капитану Лупу и предложил его руку на их, на заложников. Ну-ка. Играем. Я так думаю, что он сам хотел расстреливать тех людей. А то бы пришли, поубивали бы всех. А подальше сказал, Боря, играешь ты. Ты лучше. Он тогда первый раз признался. Что я лучше? Сказал, ладно. А вечером побежал к Томочке. Что мы поняли? Томочка наша, с Одессы. Такая красивая. Шея бы в артистке. Она была для меня самым главным в жизни. Не следовало идти к ней перед игрой, но когда молодой и страшно влюбленный, не думал спать, но заснул. А Томочка, она не знала, что мне не надо спать. И Афанасий пошел один. Айдус? Принес? Ай, играем. Играем прямо сейчас. Я бежал. Так бежал, что чуть сердце не выскочило. Но уже нельзя было успеть. Я опоздал. Себе. Не раз портовый. Мы на Пенасов. Руку на стол! Так в река тот церемоний ви. Иначе всех расстреляем. Мина! Руку! Стала сохнуть рука. Он играть не мог. Стрелять мог, а играть. И тогда я сказал, все, я тоже не играю. И больше не играл. Что, вообще ни разу? Никогда.
как иначе. Я сказал нет. Это был первый раз. А второй? Второй был не скоро. Мы с Томочкой поженились, как только наши вернулись. Я не играл, но кое-чем занимался. Томочка каждый раз узнавала, страшно ругалась. Просила, чтоб бросил. Я обещал. Но знаете, Костик, как это трудно, когда кругом церкви доверчивые, а потом... Потом она умерла. У меня сердце остановилось. Вы не представляете, Костя. Но оно просто осталось. И тогда я второй раз сказал, все. Все, никаких шахеров, махеров. И стал просто фотографом. Знаете, Костик, я и до войны работал фотографом. Не для денег. Просто люблю. Его, они ведь дикие совсем, понимаешь? А это каменный век, с тем Миклухом Маклай. Добрый день. Здрасте. А вам что, водных процедур не хватило? Хватило. Это тебе. Мне? Ну и что там твой Миклуха Маклай? Он выносит посудину. Да ты что? Горячей водой, да. А купосы скинули с рассыпную, а он тогда просто спирта налил. Ну почему аборигены съели кука? За что? Молчит о том наука. Пустили в ход дубинки из бамбука. Может, я пойду? Тюк прямо в теме. И нету кука. Больной, да? Здоровый. А это кто? Не твое дело. Ага. Или твои стали наши. А ну, погоди. Стоять! Милиция! Не мои, отдай! Старший лейтенант Волош! Ты чё? Ты чё не есть? Убейте его! Пожалуйста! Дай, Сява, котлы вообще дерьма! Проверь, деньги есть? Домой, чего? Давай, давай, бегу! Часы мои! Тупай, тупай! Ах ты, сволочь! Караул, милиция! Убегать! Сволочь! Творишь? Часы! Часы отдал! Быстро! Сволочь! Хулиганы! Хулиганы! Валик, ты как? Забрали! Они меня... Стоять! Поймали, я не видели. Часы! Какие часы? Мои красивые часы. Вернем, успокойся, все будет. Вернем, обязательно вернем, конечно. Хорошо. Да. Серебрец, Валик. Вот, видишь? Часы мои. Ты как? Нормально. Сволочи! Май, ну серьезно, ну все, хватит. Все, свободен. Май, ну... Свободен, я сказал, Валь, пойдем. Валюк, погоди. Май, правда, прости ее. Ты даже не понимаешь, какой ты урод. Да что я такого сделал? Ну, взял твои тетрадки, извини. Извини? Ты что, издеваешься? Ты же мне врал с самого начала. Зачем? Не знаю. По привычке. Ого, у тебя привычки. А у тебя там надавали, да? Да? Да. Ну а что ж тогда разнимать полезло? Тоже, наверное, по привычке. Ваня!
понимаю, я не хотел, чтобы так получилось просто. Вор. Жулик и мошенник. Знаешь, только не надо из меня делать. Я ни у кого ничего не крал. Да? Пошли, Валя. Да. Да ты что? Ты что слышала? А то, что твоих этих развел? Тебе что, их жалко? Ты же сама под них копала. Просто без меня твои заметки никто печатать не хотел. Потому что никому дела нет. Ты же сама мне говорила. А я их наказал. И чем ты лучше них? Здрасте. Я что, у советских тружеников последнее забираю? Я беру у тех, кто ворует. Да? Сейчас скажу, что ты Робин Гуд. Нет. Награбленное бедным отдаешь. Ну, не совсем. Вот и молчи тогда. Май! Май, мы больше так не будем. Детский сад. Да. Так и была я там. Они мне говорят, женщина, идите. Раз так, то я пойду. Я в райисполком пойду. Я еще выше пойду. Чтоб эти фашисты меня травили газом, не дождутся. Сейчас не то время. Что это ты мне хочешь? Ну, получил? Давай, беги. Валя, ты где гулял? Здрасте. С носом что? Вы что, дрались? Нет. Говори. Ну это, он ему как даст, ну, который меня. Да там придурки одни пристали. Лихо мы их, Валёк. Подошли, и часы забрали. Спасибо. Немножко у меня и тримой, а так одним свежим будет. Мам, вы видели? А вы? Не чувствуете, что это не тот воздухает? Не то слово. Дышать нечем. Вот, люди тоже слышат. Чтоб я так нервничал, как она умничает. Я же не умничаю. Понимаешь же? Костик, а как тебе это нравится? Нервничать из-за такой мелочи. Ты вас маечка так разукрасила. А не, споткнулся. Да, с маечкой его будет не так просто. А ну так и забыли. О. Я сегодня слыхал, ой, вам деньги нужны. Так я могу одолжить. Спасибо, Борис Аркадьевич. Работаю. А как насчет честной жизни? А честная жизнь будет чуть позже. Думаете, вашему дяде понравится? Что вы опять начнете. Потом. Как вы начнете, когда вам все перекрыли? Это мое время. Люди могли делать деньги из воздуха. А я сделаю. Из воздуха. Сейчас будем шарик, он полетит. Тебе нравится? Красивый. Да, красивый шарик. Красненький. Смотри, там еще. Ну, Алексей Петрович, дальше я сам. Михаил Семенович, потом положено. Алексей Петрович, как положено? А? Да. Костя! Чтобы завтра утром все документы были у меня на столе. Понятно? Михаил Семенович. Да. Вот, разрешите представить. Это сын Волошин. Это сын товарища Волошина с Центральным комитетом. Головко. Я же секретарь обкома. Константин. Очень приятно. Отдыхаете у нас? Так точно. Алексей Петрович, отец звонил. Привет вам передавал. Спасибо. А что к нам? Не надумал? Ну, говорит, в конце месяца. Интересовался насчет рыбалки. Организуй свой вопрос. Стоп, стоп, стоп. Это моя прерогатива. Да. Михаил Семенович у нас знатный рыбак. Ну, что есть, то есть. И даже если отец надумает приехать, милости просим. Что в лимане, что на море, организуем по первому классу. Ручка есть, телефон записать? Да, конечно. Запиши.
Дени, это что такое? О! Это где себя так угорать было? Это у Леонида Ильича на даче. Ну, просто я внучку его знаю, Вику. Ну, мы с ней дружим. Ильич-то, а? Молодцом? Ну, ладно. Звони. Привет отцу передавай. Пошли. Я смотрю, ты что-то засиделся у меня во-вторых, а? Я тебе подумал. Поехали. Не разумно. Не, ну может я когда еще первый? Алексей Петрович, конечно. Так, а что ты пришел, Костик? Алексей Петрович, я по делу. Ну? Мне машинка нужна печатку. Если можно, электрическая. Она что она тебе сдалась? Я диплом сел писать, с машинки никак. Я подумал, может у вас есть списанная. Ой, боже, будет тебе, Костик, машинка хоть две. Да. Давай выпьем за все то, благодаря чему мы не смотрели на что. Иванович, он у нас старший.
А это я вас, да? Нет, Валек, это не я, держи. Валек! Валек! Пойдем. Костя, вдруг у нас не получится? Да, посмотри. Походу, не все проставились, Костян. Читай. 62 дома, так? По 4 подъезда. С каждого подъезда получается по 20 квартир, правильно? Из дома 80 квартир, так? Это получается, а если на 62, сколько? 4960, правильно? Потом флакон. Сколько? Правильно. 9920. Умножаем на 13 копеек. И сколько? Верно. 1190 рублей 40 копеек. А, понял? А мы нашибали всего 960. Да получается, не все у нас сознательные, Костя. Слышь, математик, может, дома кого не было? Да не бухает вот посуду и нет. Алло! Чита! Алло! Алло, иди сюда! Держи, тебе. За работу. Деньги мне? 15 рублей. Я пойду мамке отдам. Ну, можешь маме отдать, можешь себе что-нибудь купить завтра. Даже яву, да? Не, Валек, на яву точно не хватит. Валек, ява дорогая. Дорогая, да? Валек, вон там дом, да, помнишь? Все, давай, дуй до горы, мама ждет. Слав. Да ладно. Ну, что дальше? Да без понятия. Ну, так я тогда это, погнал. Там живешь, не забыл, да? Ага, ой, как подло, фу, как подло. Не, ну так и договоримся. Все, ты шутишь, я смеюсь. Ага, вот. Слышь, и так всю дорогу. Гражданин. Эй, парень. А ну стой. Это мне? Тебе. Отчего прослыл я скандалистом? Не злодея и не грабил лесом. Не стрелял несчастных по темницам. Я всего лишь уличный повеса. Юперный театр. Чех, на писарю звони. Эд! Нафига? Костяна менты повязали. А ну. Выходит, траву катить надо. А вы разве не в санатории теткой? Я в гости заехала. Где Костя? А, так он это… Эдик. Эдя, говори быстро. Эдя, Костик. Тетя Катя, вот. Где он? Слава. Так, он в тюрьме. Что? Какой еще в тюрьме? В смысле, его милицию забрали? Бабочка. Это… Светлана Ивановна, да все нормально, мы сейчас писарю позвоним. Ну, в смысле, Вовчик, он его на раз вытащит сейчас. Шульчик. Тетя Кай, дыши. Опять полночный свет, в душе тревожный след. Но выход есть сейчас.
здесь. Тихо, Мура! Кать. Леня, извини. Да что ты, Кать, проходи. Тетька, я тебя подожду. Езжай. Слава, спасибо. Ходи, Кать. Опять дождливый день, не видно свет, лишь тень. Совсем не знал, что в сеть попал. Сергей Николаевич, здравствуйте. Иди, Саш, попал. Володя. Вы представляете, какое-то недоразумение. Возвращаюсь домой, никого не трогаю. И тут хлоп, подлетают. Шлеп меня под руки. Я им говорю, вы перепутали? Они говорят, ничего, разберемся. Ну, бред. Действительно, очень хорошо получилось. Ну? Отец уважаемый человек. Работник секретаря ЦК. А сын? Аферист в машине. Честно, граждан, бутылки отбирает. Ну что, давайте получше скажем, когда все это узнает, а? А вы не говорите. Пожалуйста. Да, конечно, не скажу. Не скажу, не скажу. Я вообще этим перепереть ничего не пойму. Потому что у Волошина Юрия Александровича нет никого сына. Дочь есть, а сына нет. То есть их... Ах. И Константин Юрьевич Волошина тоже. Есть балабан. Константин Георгиевич, это сын сбежавшего из-под стражи Георгия Михайловича Балабанова. Тут вообще вор убийца. Так это Петрушка. Он сам говорил, что мне подсказал. Сделать ничего плохого. Просто так прихватили, что? Что? Катя, у нас просто так людей не закрывают. А Жура? Что, это не просто так? Катя, зачем ко мне пришла? Ты можешь помочь? Я все могу, Катя. Все. Хотела тебя просить. Все, Катюшечка, пожалуйста, не успокойся, хорошая. Хочешь вино? Я шикарное вино домашнее. Ну все, я тебя очень прошу, Катя. Ну, мы же родные, близкие. Сейчас, Катюшечка, выпьемся. Успокоимся. Что ты, две ставки? Держи, пожалуйста. Спокойно. Пожалуйста.
Заточек, заточек, Петюнечка. Ну, прекрати, Клава, ты хороший. Я так скучал. Борис. За тобой. Вот. Я этим людям всю жизнь скажу. Что делать, Жорке повезло. Лёня, не нужно. Ну что ты, ну, Катенька, ну что ты, дорогая моя? Я тебя прошу, прошу, не трогай меня. Катенька, милая, Костика, отмажем, я слово тебе даю. Перестань, я тебя прошу. Ты же всю жизнь одна, Катенька, посмотри на себя. Лёня, не надо. Прекрати! Что? Желаешь жить? Успокойся. Всего здоров. Слышь меня, успокойся, Катя. Ты понял, сволочь? Я понял, понял. Катя. Косарей, которые я за тебя боги выдал. Что? А ты думаешь, они тебя просто так отпустили? Я не знал. Почему ты мне раньше не сказал? А я раньше не сказал бы тебе, потому что раньше ты родной был. А сейчас измени. Другой расклад. Я верну. Конечно, вернешь, куда ж ты денешься. Только в Одессе ты больше не шустришь. А если руки зачешутся, она на судоремонтный, помощником клепальщика. Туда можно, а про остальное забудь, как за страшный сон. Бутылками смешно придумал. Ярко. Я бы раньше, может, тоже посмеялся. А если еще что-нибудь подобное учудишь, порву как мокрую газету. Менты вернули деньги? Вернули. Зашли в оркестр. Это не считается. Это за то, что ты ведешь себя кое-как и старших не слушаешься. Теперь я главное. С Баку компания приехала. Шпилевое и бычки с ним. 8 подзнатных нефтяников. Там делов на 3 копейки. Хлопнешь, счетчик в обратку включен. Пока свободен. Садись, подвезу.
Спасибо, я сам. Мама. Мам. Я даже слушать ничего не хочу. Сейчас же берем билеты и уезжаем. Мама. Мама. Что, мама? Я как сердцем чувствовала, не хотела сюда приезжать. Ничего хорошего нас здесь не ждет. Что это за история с бутылками? Никто ничего не говорит. Что еще за бутылки? За что тебя арестовали? По Пашеньке. Костя, мне хватило одного ареста Пашеньки. Так, сейчас едем на вокзал. Если билетов нет, договоримся с проводниками. Пошли. Мама, я никуда не поеду! Мам, выслушай меня, только спокойно, хорошо? Вся эта история с милицией – это просто недоразумение. Но если ты хочешь уехать, уезжай. А я здесь все спокойно доделаю. Что ты доделаешь? Из Одессы. Выехать из Союза гораздо проще, чем из Москвы. Я уже все устроил. Надо делать паспорт настоящий, на другие фамилии. Ты с ума сошел? Мам, выслушай меня! Мы купим путевки через Путник на теплоход до Италии. Куда? Это за деньги здесь все можно сделать, мам. А деньги отойду. Мам, ты представь. Через месяц ты приедешь, мы сядем на теплоход и все. Мы у папы. Поезжай, я все сделаю. Нет. Теперь я уже точно никуда не поеду.
Всем привет! Сегодня речь пойдет о самых мощных, надежных. Один из лучших грузовиков эпохи. Он производился шведской компанией с 1987 года по 1997 в сотрудничестве с компанией Saab. Третья серия оснащалась широким спектром двигателей и коробок передач. Потенциальный покупатель мог выбрать из ассортимента от 6-литрового мотора мощностью 230 лошадиных сил до 14-литрового V8 с отдачей 500 лошадиных сил и 1600 нанометров крутящего момента. Существовали также версии с различными типами компоновки, капотной и бескапотной, ориентированные на заказчиков из разных континентов. Благодаря сотрудничеству с фирмой Saab удалось достичь хорошей аэродинамики, что положительно сказалось на экономичности автомобиля. Серия грузовиков от Mercedes с индексом NG выпускалась достаточно долго, с 1973 по 1988 год. За время производства она подвергалась постоянной модернизации, но самая значительная была проведена в 1985 году. Ассортимент моторов состоял из широкой линейки от атмосферного V6 мощностью 192 лошадиные силы до турбированного дизеля V10 рабочим объемом 18 литров и отдачей в 500 лошадиных сил. Автомобиль также имел множество вариантов коробки передач. Выпускались как среднетоннажные, так и тяжелые версии грузовика. Этот автомобиль стал по-настоящему легендарным, поскольку его производство компанией Kenworth началось еще в далеком 1961 году и продолжается по сей день. Этот грузовик засветился во множестве художественных фильмов, самым известным из которых был «Смоки и бандит». За свою 55-летнюю историю он получил множество фейслифтингов и усовершенствований агрегатов.